Армению ждут тяжелые и болезненные решения. Ей придется подписать договоры как с Азербайджаном, так и с Турцией. Как передает «Взгляд АС», об этом заявил первый президент Армении Левон Петросян в интервью общественному телевидению. «Это никому не приятно, но придет момент, когда не будет другого выбора», — сказал Петросян. По его словам, если не решить проблемы с Баку и Анкарой, то в скором времени само существование армянской государственности окажется под угрозой. При этом Петросян назвал возможное подписание мирного договора с Азербайджаном капитуляцией Армении. По его словам, в истории было немало примеров, когда государства, гораздо более сильные, чем Армения, капитулировали. В этом контексте он привел пример Японию. В мире нет стран-соседей, между которыми не были бы подписаны мирные соглашения. Да, это капитуляция Армении, заявил Петросян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.